мистер Старк. Вас называют Леонардо да Винчи нашего времени. Что вы на это скажете? Полный бред. Я не рисую. А как насчет вашего другого прозвища? Продавец смерти? Вот это неплохо. Говорят, лучшее оружие то, которым не воспользовался. Я предпочитаю оружие, которым можно воспользоваться всего раз. Так сделал мой отец, так делает Америка, и это прекрасно работает. За мир. А не слабо, если мы сфоткаемся вместе? Да, не слабо. Только чтобы я не видел этого в твоем блоге. И никаких там знаков бан. Да ладно, шучу. До завтра ты должен собрать мне ракету. Я был бы уже трупом, если бы не это. Наконец-то я узнал, чего от меня хотели. Это не похоже на ракету. Что ты собираешь, Старк? Что-то огромное.